Ой, я, наверное, разучился, как снимать видео. Ну да ладно, с детства мама мне твердила. Всем привет, с вами Бига. Я наконец-то прилетел с Израиля. Уу! Столько впечатлений и ярких моментов, поэтому ждите влоги. И, кстати, 3 мая у меня был день рождения. Да, Бига, с днем рождения. И вы меня все просили показать свои подарки, поэтому... Встречайте, Днюшенька, сюрпризейшн! С днем рождения, Бига! И первые две куклы это подарок от моего друга Нуртая. Нуртай, привет! Это Спектра базовая! Офигеть! Как же я ее хотел! Она с питомцем и самый первый выпуск! Раритет! Какое же это счастье для коллекционера, когда у него появляется первая базовая кукла. Спектрочка. И Кладиша Schools Out. Какие же у нее стильные сапожки. А каблук просто вах. И еще у нее есть кастета, поэтому она может постоять за себя. Ей не нужны ни братья, ни сестры. Как вмажет вам, если... не сдаст зачет. Если вы хотите увидеть обзор на этих потрясающих кукол, то ставьте обязательно лайки. И вам, наверное, интересно, как они появились у меня в коллекции. Смотрим! Ну где же Бига? Я для него подарки приготовила. Он еще не приехал. Нурдай! Привет, я пришел! А что ты там прячешь? Твои подарки на день рождения? Угадай, в какой руке? В левой. Ты получаешь Кладин! Вау, спасибо большое, но ты же знаешь, как я хотела Спектру базу. А Спектра останется мне, ты ведь выбрал Кладин, а не Спектру. Да, я тебя запрошу. А второй подарок от Империи кукол! Вау, только он запечатан в коробку, и мы не можем посмотреть, что же там. Интрига! Если бы я устраивал кастинг «Самая огромная коробка на мое день рождения», то этот подарок бы точно победил. Но вы только посмотрите. Капец, какая она огромная. Сюда поместится две куклы пари. Но я тоже не буду ее открывать, чтобы сохранять интригу. Да, ну я и заинтриговал вас посылками. Давайте попробуем набрать 5000 лайков, и тогда вы узнаете, что же там внутри. А мы поедем дальше. А сейчас вы увидите основной подарок на мое 13-летие. Да, это награда от YouTube! Если честно, когда нам сообщили, что пришла посылочка от Ютуба, то мы поскорее уже собирались с Израиля прилететь домой, чтобы ее забрать. Ну, мало ли что могла помяться, а так она в целости и сохранности, слава богу. Вот она, эта загадочная коробка черного цвета, и здесь написано «Ютуб, как же я тебя люблю». Ладно, давайте уже поскорее открывать, а то мне уже не терпится. Так. Ух ты, это же традиционное письмо от YouTube, давайте его прочитаем. Здравствуйте, поздравляем, вы набрали 100 тысяч подписчиков. Ну да, конечно, это все из-за кукольного парня. Не перебивай, это серьезный результат. Ведь чтобы привлечь на канал такое количество зрителей, нужно долго и усердно работать. Да. Вы бы только представили, мы не спали ночами, чтобы снимать видео и монтировать их, это большой труд. И вообще с 2016 года мы начали усердно работать над каналом, ну и я над собой. Всем привет, с вами снова я, Бига. Это Кай. Шкура твоя. Теперь ваша задача удержать их внимание и сделать все, чтобы они возвращались на ваш канал снова и снова. Конечно, вернуться. Ты только и умеешь, что выкладывать эти пошлые стопики. Дизлайк. Чтобы отметить ваши успехи, мы хотим вручить вам небольшой подарок. Серебряную кнопку YouTube!
Мы уверены, что вы не остановитесь на достигнутом. Следующий знаковый рубеж – миллион подписчиков гораздо ближе, чем кажется. Мы верим в вас. Желаем творческих успехов. С уважением, Сьюзан Ваджикси. Сьюзан Фашистки? Ваджикси, неважно. О, как же мне приятно. Спасибо большое Ютубу и команде Ютуб, потому что это тоже большой труд отследить аналитику всех каналов. Мне не верится, ребят. Мы достигли этого. 100 тысяч подписчиков. Скоро уже будет 200 тысяч. И там недалеко до миллиона. Ведь так? Да? Ой, эти 100 тысяч каждый придурок может набрать и серебряную кнопку полотить. А вот миллионники, Ну все, давайте посмотрим на мою серебряную кнопку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Она стала больше. Это вроде кнопка перезагрузка. Серебряная. Офигеть. Бига Егоров. Congratulations for surpassing 100 тысяч subscribers. Мой английский. Спасибо огромное вам, мои подписчики, что подписывались на мой канал. Оценивали мои видео. Мне очень приятно. И хочу сказать большое спасибо Ютубу и команде Ютуб. Потому что если бы не Ютуб, то я бы не знаю, чем бы занимался. Вот, я нашел себя. Актерская игра и видео. Спасибо Богу за эту награду. И какой же мы проделали путь вместе с вами, чтобы получить ее. Это на самом деле достойная награда, поэтому ради этого можно проделать такой путь. И, ребят, давайте попробуем набрать миллион подписчиков. Я уверен, что у нас получится, если мы будем делать все это вместе. Рекламируйте в комментариях мой канал, я буду очень благодарен. И вот наша кнопка, не только моя, но и ваша, друзья. Я буду двигаться дальше к цели, но мы помним, что следующий знаковый рубеж – миллион подписчиков и золотая кнопка. С днем рождения, Пика! На этом было все. Я очень рад, что наконец-то ко мне пришла награда от YouTube. Спасибо большое Богу, ура, все свершилось. И вот она сейчас у меня в руках. Ей! И подарочки крутые. Спасибо вам большое, друзья, что вы остаетесь со мной. Пишите комментарии, ставите лайки. Сделайте вот так, это я вас обнимаю и муа! Крепко целую. Все, хватит, я и так слишком сумасшедший в этом видео. Всем пока, увидимся в новых видео. Моя малышка, которую я растил 4 года. А вы представляете, сколько будет радости, если будет золотая кнопка? Поэтому я приглашу вас всех домой, вы увидите ее. Да! Это из-за порно, я отвечаю. Хэштег после бига. Скажи, интересно, на русском? А, ну ладно, это потом. Интересно, на русском? One person, Russian? Ага, конечно, он не остановится. School зовут! Yes! Баба! Разбил кнопку, новое видео. А когда я узнаю, что БА вставил? Вон там находится лайк. Нажми и будешь счастливым. Всем пока!